На Ямале запустят новую жилищную программу для жителей аварийного фонда. Они смогут получить выплату на приобретение жилья в других регионах России. О новой мере поддержки рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Цитата. Часто обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Поэтому новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране. Она заработает с 1 января. За основу будет браться среднероссийская стоимость жилья. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России, рассказал губернатор Янао Дмитрий Артихов. Как уточняет пресс-служба губернатора, участие в программе носит заявительный характер. Желающие получить поддержку в 2022 году могут предоставить документы с 1 января по 30 июня следующего года.